всех приветствую на своем канале. И сегодня у нас будет интересная распаковочка ножа от, как вы уже видели по названию, Герасим Custom Metals. Это Владимир Герасимов, который у нас работал в компании Zlodinox. Вот от него пришел нож. Нож очень должен быть интересный. Итак, представляю вашему вниманию новинку. Нож Урман от Герасим Custom Metals. Вот такой вот у них знак. Ножны. Ножны, в принципе, простенькие. Отверстия для слива, к сожалению, нет. Но есть подвес. Вот. Ну, он и, соответственно, и стоит. Ну, давайте теперь перейдем самому ножу. Вот такой вот небольшой нож из нержавеющего дамаска. Структура очень красивая, можете посмотреть. Сегодня у нас чисто такой визуальный обзор, просто подержать в руках и сказать свои, так скажем, впечатления. Вот здесь вот есть логотип Кизляр. Это нам говорит о том, что они к этому ножу причастны. И причастны они вот этой рукоятью. Я так понимаю, это рукоять у нас от птичьей серии. Вот, она эластроновая, кстати, очень хваткая такая. На другой стороне вот у нас логотип Владимира Герасимова. Ну, все вы видели уже, у нас мужская берлога делала тесты на данный нож. Ну и мы сделаем свои небольшие тоже тесты. Все у нас ровненько. По подводам очень тоненькие. Очень прям даже. Даже. Вот можете наблюдать. Очень красивая структура дамаска. Ну и давайте быстренько я расскажу вам про ТТХ данного ножа. Значит, нержавеющий дамаск с высокой прочностью и ударной вязкостью на основе стали Х50 хром молибден ванадий 15 Германия. Длина ножа 220 плюс-минус 10 сантиметров общая. Длина клина 100 миллиметров плюс-минус 10. Ширина клина 25 миллиметров, толщина в обухе троечка, ширина рукояти 23,5 и толщина рукояти 12,0 миллиметров. Вот такие вот у нас есть технические характеристики данного ножа. Это самый позиционирует, ссылочка, кстати, будет в описании, позиционируют они его как самый дешевый нож из-за нержавеющего дамаска. Ну, скажу сразу, что по дамаску я прям не знаток. У меня очень мало, а точнее всего один нож из дамаска. И я им почти не пользуюсь. Он у меня смазанный, лежит от, значит, от русского Булата. Вот, он у нас ржавеет, и структура, соответственно, у него более мелкая. Вот если видно, давайте поближе попробуем. Здесь более такая крупная, красивая. Ну, мне по структуре, хотя нож грибник очень такой, ну, нормальный ножичек, эргономичная рукоять, очень удобно резать. Резали и мясо мы им, и так было дело. Но сейчас вот он у меня, так скажем, для коллекции. Вот такой вот. Ну, а этот, раз уж он у нас и не ржавеющий, так что надо будет и протестировать, и вообще как бы на него дать нагрузочку. Ну, скажу, очень такой хваткая такая рукоять. Здесь у него есть отверстие под темляк нормальное, развальцованное, втулочка. И скулкрашер небольшой такой, он прям практически не выпирает. Вот. Ну и давайте быстренько проверим его заточку с коробки, скажем так. Сертификатик у нас тоже есть. Ну вот смотрите, он хорошо заточен, очень даже.
Да, заточен нормально. Никаких проблем с заточкой нет. Ну и давайте его контрольно взвесим, сколько же он у нас весит. Потому что очень-очень легенький такой нож. Ну, мне нравится, как он сидит в руке. Рукоять хорошая, такая цепкая. 131 грамм без ножен. И в ножнах он. В ножнах, кстати, давайте проверим, как сидит. Отлично сидит в ножнах. Вот. И 188 с ножными. Даже вот хлястик. Ну да, 189. Вот. И 131. Ну, легкий, прям отличный нож. Такой небольшой универсал. Интересно будет посмотреть, как он у нас. Да, заточка здоровская. Вот. И очень тоненькие подводики. Вот обращаю ваше внимание, что подводы прям. Ну, у нас спуски не от обуха. Для, в принципе, универсала, которым можно даже и побатонить, в принципе, это даже очень неплохо. Вот. Такая коллаборация получилась от Кизляр, ОПП Кизляр и Герасим Custom Metals. Новые, скажем так, у нас новые игроки на ножевом рынке. Ну, молодцы, очень интересный нож и по супер небольшой цене. Вот. Ну, давайте потом продолжим в формате тестов. Немножко я приболел, поэтому тесты, блин, очень были такие вялые. Сейчас, надеюсь, приду в себя за недельку, и у меня там на тестах от ООПП Кизляр Витязь, еще я Ноксы не тестировал, так для себя, скажем, и вот этот вот товарищ Урман, такой вот ножичек. Ну, в принципе, нож, носик вот у него не деликатный, нормальный, то есть можно и носиком поковырять. 3 миллиметра вполне, я думаю, для универсала это очень даже ничего. Очень хорошо. 4 это уже будет, ну, можно сказать, перебор. Вот такая структура дамаска, симпатичная. Я надеюсь, вам хоть как-то передает камера это. Вот он такими линиями идет. А здесь на спусках он более такой частый, что ли. Ну, очень красивый клинок, конечно. Очень мне нравится, и прям симпатичным ножом даже это интересно поработать, потому что с дамаском я почти дела не имел. Нержавеющий дамаск. Ну, спасибо Владимиру Герасиму, что действительно удивил. Это прям новинка новинок. Вот. И оставайтесь на канале, будут тесты потихонечку. Пришел мне еще один ножичек от Игоря Попова на убийство, так скажем. Ну, сделаю я среди недели распаковку и попробуем убить. Просил он, так скажем. Ну и оставайтесь, будет интересно. Всего хорошего, до свидания.